Исполняющий обязанности председателя специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Максим Грищук. Как сообщили украинские новости, со ссылкой на источник в офисе генпрокурора, Грищука назначили после освобождения Назара Холодницкого. По данным источника, конкурс на должность руководителя САП должен состояться в ноябре. Напомню, Максим Грищук в октябре 2015 года подал заявку в конкурсную комиссию по избранию председателя специализированной антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора комиссии подавал генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры – Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого. 4 декабря 2015 года Холодницкий из трех кандидатур, представленных в конкурсной комиссии, выбрал Грищука на должность своего первого заместителя. Напомним, 21 августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. По информации СМИ, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского. Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовым, когда Холодницкий пошел на обострение конфликта. Была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону, пойдет в отпуск, а после напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в офисе президента в качестве советника, рассказал источник.